Вот так вот разбомбили бабушку. Хоть боком катись. Все было в кустиках. Все было в кустиках. Здесь никто не живет. Раньше жили. Последних жителей отсюда переселили. В 2013 году осенью сделали вот такой вот. У нас вот здесь огород был, вот под этой березкой банька стояла у нас. Мы тут жили, жили, огород садили. А потом у нас переселили, и у нас ничего этого не стало. Теперь здесь вот так. Для какой цели? Тут так четко было. Тополя стояли здоровые, вырубили половину. Где-то уточки вон летели. Где-то вот здесь бобер живет. А, вижу, вон его дыра, нора. Видите? Там рыбка плещется. Ну, я скажу вам, бабушка не сильно грязная. Тут несколько семей бобров жило. Они тут кустики пилили, деревья выкорчевывали, зубки точили свои и стаскивали все. Вот за этот поворот туда вниз. Еще метров 200, наверное. Притащит их там на берегу, похрумкает. Порубит их на куски и в нору себе утаскивал. Зачем? Ну, вот так примерно. Все вычистили, одним словом. Все помойки, все разгребли. Это называется набережная. Набережная из параши. Тут гулять будет. Я тут буду гулять. Забыли плитку положить, уложить. Неоновое освещение сделать. И с подогревом, чтобы плиточка была. Ну, вот так вот. Это Дальняя Куйбышева. Перед развязкой. Все, дальше можно и не ходить. Все понятно. Нет, дойду вон до угла, еще дойду. Посмотрю, там что они закуролесили. Ну хоть эти тополя не вырубили. Там грибов столько. Я собирал каждый раз. Котя, ты там мышек ловишь, да? А? Котофей.
Вот такая набережная Абы. А вон уточки гуляют по бережку на той стороне. Селезень прячется. Охота в этом году запрещена, что ли? А этот же ходит по стране. Как он называется-то? Который с короной. Ну, одно радует. Обушка не сильно грязная. Полетела. Ну все, сейчас дойду, вон там. Назад не пойду, пойду по асфальту, по дороге. Ну, поработали они тут на славу. Еще бы в документах покопаться, посмотреть, сколько за все это заплатили. Тут, ну, не один лям, наверное, улетел. А расписали, что караул. Все. Расписали, что вот еле голубые. Топит Леху. Шланг в обушку. Ну все, можно не ходить, что. Пойду назад. Вот такая вот Аба сделалась. Вот такая набережная.